Странное кстати, предложение. Я крутая. А если я сарафанчик без купила? меня? Оу, сарафанчик на Да. осень, на осень. Ну почему у нас жарко будет, ну, точно до середины ноября. Нина, ты сказала без меня бой или мне показалось? Нина, Нина уже убежала, наверное, да. Впервые в жизни согласилась на сарафан сама. Мне на самом деле вот само слово сарафан даже не нравится. Мне тоже не фанат платьев, я люблю либо шорты, футболку такой вот, либо джинсы, футболку, но он мне так понравился, я решила его купить. Ну нельзя терять такую возможность впервые в жизни. Ну да, надо когда-то пробовать начинать. Угу. О, у меня закончился уже камуфляж. Я без камуфляжа езжу. Блин, блин, блин. Купишь. Кстати, как там у вас погодка? Радует? Ой, мне вообще сегодня жутко холодно. Погода пасмурная и холодная, до 20 градусов днем. Я вот даже дома сижу, мерзну, хотя... обещали, что мой процессор от AMD будет меня греть. Но что-то с собакой не хочет. Не греться, не греть. У меня жарище, блин, сдохнуть можно. Выходи на балкон, купальники, вуаля, сауна. Не, ну на балконе, да. Там же у тебя стеклышки, я так понимаю. Угу. Парничок, помидорки можно растить. Да. Посади на следующий год. Огурцы надо. Да, огурцы. Хрустящие. А ты куда-то не туда заехал. Зеленые. Пупырышки. Пупырышки. Промахнулась я. Маша, ты сегодня до скольки стоишь? Ну, я сделаю один звоночек и точно скажу. Потому что, по идее, это последний. Да стрелять, колотить! Где наши светильники? Почему нету света? Ой, Оль, что-то я даже не заметила, как тебя убили. Да кто это делал, блин? Они подъехали близко, блин, нас всех засветили. Зато их, блин, дальних, которые меня кокнули, нет. О, как я интересно встала-то. Угу. Ни туда и ни сюда. Орудие не опускалось. О, чертов ну... бача. Семьдесят первого видишь? Ну, какой 71-й? Тут такие серьезные дядьки. 121-й, точнее. Я ж повылазила, что ли? Ой, там лючок буквально был. Умничка. Кстати, вот еще бы миллиметрика, я бы убила ФЦМ. Нет, сейчас, потому что ты его пропнула. То смотрю, вроде союзника не уничтожил. Там у него только крылышко торчало. Что может быть? Во всяком случае, он матерится и думает, а не могла ли ты сделать это раньше? Так, что у нас тут? 2,5. Где-то и 7. Бачок перезарядился, едет. Угу. Хэви, хэви. Правильно, пихай его, пихай. На самом деле, лучше бы за меня встал. Так, а лучше за трупик.
Потому что он два раза может стрельнуть, а я один. Бачата делает. Да, как-то странно выехал. Ну, не то, что выехал, мало того, что он получил плюхи, но это бог с ним. Но он обратно заехал и ждет теперь снова плюхи. Как-то он отвернулся, а уже не успеет догнать его. А там к ним семка приехала. Нет, ты успеешь, вполне, да. О, ну я очень медленная. Да. Это давай, был, ты должна это был труп. Сделай это в бок. Хорошо, эй. Тебя опередили. КВ-4, он твой, полностью весь. Ну что-то, кстати говоря, в этом бою в какой-то момент мне казалось, что мы проиграли. Да, мне тоже казалось. Не, кого не хочет со мной встречаться. Ты подойди поближе, может он тебя не рассмотрел? Да нет, скорее всего, это да, это не мой клиент. Ну ладно. Привет, привет всем, кто только что пришел. Сейчас или меня убьют, или без меня всех убьют, и я задам следующий вопрос на 250 голды. Какой интересный расклад, а ты раздашь, если тебя убьют? Ну, это не так важно. Главное, что бой закончится. Короче, а мне тебя можно? Что тебе можно? Не, повтори. Не, Носька. Если я тебя убью, ты мне тоже голду дашь? Если ответишь на вопросик. Нет, я ее просто убью. Без разговоров. За что тогда? Она же своя, наша, любимая. Это доставит мне удовольствие. У меня появились враги. Кто-то покушается на твою жизнь. Надо было мне на захват встать и стоять. Как истинные статистки. Да-да. Ударь его, ударь его. Ага. А вы, кстати, с России, да? Я да, а Нина вроде как нет. Ну, если ты с Украины? Нет. Черт. А я-то думала. Сколько их часто? Сейчас я задам вопрос, так восьмой. Что всем внимание. Назовите один из наиболее распространенных легких танков в мире, разработанный в 1946-1949 годах, который поставлялся в 25 стран и послужил базой для множества САУ, минометов, зенитной установки, бронетранспортера, мостоукладчика и специализированных машин. Итак, еще раз. Один из наиболее распространенных легких танков в мире, разработанный в 1946-1949 годах. Он поставлялся в 25 стран мира и служил для базы для множества САУ, минометов, зенитной установки, бронетранспортера, мостоукладчика и специализированных машин. Честно говоря, я уже забыла начало вопроса. А это не надо. Легкий танк. Так, ребята, мне нужно сделать один звоночек. Но бой мы можем начать. О, что это, восьмерки взяли. Возьму своего горемычного тигра. После боя ты учись. Куда ты там бегаешь?
Блин, с десятками. Господи, как мне в эти ворота там выехать, а? Не смогла я въехать. Как я в кого-то попадать буду? А я лакаю. Не пьяный. А я что-то делаю? Нет? Вроде бы на базе. На базе. А нас уже всех убивают. Что-то я не совсем знаю, куда мне. Оу, 54-ка проехала. Но на остров никто не остался, никто не проехал. Отлично. Чувствую, это очередной бой. Ненормальный. Просто всех крошит. У меня потеряна связь с сервером. Сейчас вернусь. Почему бы просто не попасть в бусу без урона? Вот выстрелила, по идее, вообще не туда, попадание. Так мне надо тупо по этим, по уточкам стрелять, что ли? Уточкам? Ну а как это назвать? Вот этот FPS и пинг, это что-то с чем-то вообще. Я смотрю, в последнее время такое частенько. Ой, я слышу взрывы. Хэви на КД, но мне эта информация мало помогает. Двести девяносто пять. Но почему 320 не вылетело? Сейчас я 4 попробую добить. Да я уже все. Ну там 54-ка. Хорошо. Нахрен с этим двигом. Я чую, мне все равно недолго осталось, хотя. Если бы меня кто видел, как я сейчас еду, это что-то с чем-то. Обидно. Все камни собрала, вот, все дома забодала. Меня убили, и FPS 20, и пинг 30. Ну просто мечта, ё-моё. Ну, FPS 20, это тебе повезло. Ну ты же стала в состоянии покоя. Поэтому... Ты переключись на меня. Переключилась. Интересно, у тебя показывает мои, как я делаю? Если у тебя FPS 22, пинг сейчас около 70, то там. Нет, у меня FPS 6. Мастер стоит 20.
с Альфой повезло. Ой, шахеть, я ей беги не оглядываясь. Не вылази. Нет, нет. Не делай этого. А кто где, в каком квадрате? И 7. А, кто где? Ты про что? Так, и 7 не вижу. Да, у меня с Бортом стоит. Ну сейчас тебе будут выезжать, тебе будут потрясать, это помогут. Быстро починимся. Ну, на счастье. А по кому ты бьешь? Ай, меня светит. По семерке хотела. Блин, было же много союзных танков. Чего все сдохли-то? Хороший вопрос. Кажется, он риторический. Или можно пофилософствовать за бокальчиком вина? Да-да-да. Жалко, что помотили тебе. Почему можно, то кнопочку не нажимай? Шесть, я только смотрю, уже спустилась. Да ну нафиг, ну что такое-то? Ну что, бери воин? Да, если бы эта семерка хотя бы пробилась. Бой без меня. На девяточках? На восьмерочках? Хэби! Так, ребят, посмотрим на ваши ответы. Смурф Крузадер опять ответил. Опять это Мальвина, ты была первая, это MX-13. Это такой универсальный, легенький танчик, который в некоторых войсках, в некоторых странах используется до сих пор. Напиши свой игровой ник Мальвина. Почему ты написала, что если верно 13, начисляйте приз Дэнди? Ты хочешь, чтобы я дала Дэнди? Ну почему? Какая добрая девочка. Привет, Игорпа. Так, Нина сказала, что Бэк без нее. Угу. Давай своего Лео. Hi, this is Julie Thompson, and you are listening to the Black Hole Recordings radio show. Captivate, communicate, celebrate. With no sign of separating. Не, все чаще и чаще вижу топ-кланы. Нам передают от ежика. Что? Ну, ежики же издают, да, такой звук. И передают удачных боев. Благодарочка. Что-то прям опять уже в чате пишут, что команда у нас плохая. Поедем с тобой попробуем на
налево. Чего-нибудь сделать. Я обычно там на этой карте на центр так приезжаю аккуратненько. Но там что-то в последнее время очень мало народу, и приходится просто им заходить в зад, но не всегда это оказывается эффективно. Кстати, да. Фыкаем мы, фырчим. О, фырчим. Ёжики, ёжики. Так, что-то увижу, у нас там в углу не очень-то. Отъезжаем. Как-то он выехал. Странно. Он не ожидал. Я даже... Да я не ожидала его. Парень заблудился, наверное. Фух. Я думала, он спрячется, поэтому я поехала к нему. А у меня тут еще арта наказывает. Я думала, он. Нет, на 652. Епис так не сделает. А, я видела 400 просто. Ну, это тоже, да. Сначала он, а потом еще ФВМ. Как-то у нас все очень плохо. Смотри, центр действительно в этот раз заняли. Ничего. Блин, вот это я выехала, а? Алёшка. Машка, Алёшка. Кто там тут проехал спокойно? Парень, вернись. По Е50 там что-то добрать никто не может. Живучий. Угу. Ну там сунешься за ним, сразу разберут, я думаю. Ну да. Плюс еще тут арта достает. А у них еще все живы, офигеть. Никого не убили за 3 минуты. Хорошо, он засчитает тогда победу Дэнди. Но как исключение, ребят. Хватит уже перечислять голду нуждающимся. Долбаная арта. Достала он тебя. Угу. Ты смотри, то тут в попец могут зайти. Да 54-ка, быстрее. Вот встанут и начинают перед прицелом. Ух ты, вафта. Ну да, Патта. У меня уже нет на тебя ни времени, ни сил. Да, думай еще. О, крутой. Дэнди, ты не хочешь 250 голды? Посмотри, Мальвина. Мальвина уступила тебе. А Мальвина к вам во взвод не хочет? А ты, Нина, хочешь от нас отвалиться? Нет, я хочу место уступить Мальвине. Мальвина, случайно, не ты? Нет, не я. Удивил. Ну что, спрашивайте, Мальвина. Мальвина же тоже валькирия.
А я не в курсе. Я в курсе. Мальвина, хочешь к нам на взвод? Или предпочитаешь посмотреть? Но, Нин, я не вижу, честно, ее ника в нашем кланчате. Ну, не кланчате, а в нашем списке. Ну что, ставим танчики, поехали? Ой, еще карму бы исправить. Справим. Давайте без меня. Я вас словами поразвлекаю. Таким тоном. Да. Как будто наказывать собираешься, а не развлекать. У меня тут девчата кричат. Ну, какая милота. Я тоже так умею. Мальвина у нас из алтайцев. И она сейчас не может. Девочки, сегодня среда? Да. Ужас. Блин, а я думала вторник. Это день все ближе и ближе. 1 сентября, что ли? Угу. Да, действительно. Что такого у тебя может быть страшного 1 сентября? Ну, у меня вопрос, мне встать в 9 или в 8 утра? У меня что, учеба? Я студентка. Так-то я тоже студентка. Мне, наверное, придется встать еще раньше. Я вот думаю, на первую пару поехать в понедельник, а на вторую. Поехать на первую, если на вторую, то попить кофе. Что-то бросили, да, тебя там, Оля? Угу. Ты, как-то ты там одна. Один, совсем один. Ну, я тут не один, но что-то мне кажется, это... Мне это не поможет. А мне-то как не поможет? Девяносто мало бы помочь. Каким-то чудом я пробила семку туда, куда я ее пробила. Как ИСа третьего. Ну, получила за это. Так, что-то у нас там много. И выезжают рикошеть меня полностью. Че такой голосок был сексуальный? Как амулетива места не пробил меня. О, я точно не буду покупать этот танк. Ты карту перекрестила явно. Да. Я сейчас даже плакать буду от счастья. Блин, не хочу, там дядьки такие серьезные стреляют. Даже выезжать как-то не хочется. Help! Oh. Идиотская команда!
щеку-то Хэви не пробить. Писец! Все стояли на своих местах, как и стояли. Нет. Господи, псине, что под каждым, не знаю, горшок, что ли, что не боятся сдвинуться с места, лишь бы его не перевернуть. Яга, давай стреляй. Встала и смотрит. Прощайте. Твоя боевая укладка. А она у меня находится в МЛД, поэтому ее очень часто выносят. Ну, сейчас мне уже было... Зачем чинить ее? Это да. Но, да, действительно, боекладка в МЛД, это, конечно... Это печально. Не, ну, на самом деле, вот сколько я 200 с лишним боев уже провела, ну, терпимо. Хэви стреляет, и 75... Пофиг, просто мыло. Выходи, пошли на восьмерку. Да. Леонид, почему я задротка? Кто задротка? Кто посмел? Ну, вот так вот тут вот обзываются. Как они? Нет, не хочу играть. И нет, и сам не хочу. Блин, придется. Бери девятку. Да ладно, поехали. Нет, не, просто не у меня вижусь. Много восьмерок и не знала, что выбрать. Тигр это я. Это как одежда в шкафу, да? Ну, примерно, да. Тигра-то я прокачиваю, а все остальные у меня выкачаны, но на них кататься приятнее, чем на этом тигре. Как-то он меня разочаровал. Причем даже когда я на нем стоковым ездила, не так противно было. Ого. Ой, куча железа. Да. Ужас. Последнее время замечаю такие ники, как, например, Изольда Ивановна. Неплохо. По-моему, замечательный ник. Даже я просто не умею готовить тигра. Делаем серьезный взгляд и едем в город. Только не суйся, ладно, Оль, ты мне еще нужна. Я буду стараться. Жди, пока кто-нибудь другой так подсветит, проедет. Например, я случайно куда-нибудь сейчас опять выпрусь. Но нет, я иду к краюшку домика. Привет, пантера. Танчик мешает. Вроде как был борт, но не пробило. Вроде. Привет, Инна. Так, ну он спрятался. Может, очень... мы нашим поможем где-то на 5-6 линии? Да, я вижу, да. Столпотворение. Девчата, Инночка пришла, заберете ее? Угу.
Что-то, Оль, ты поехала, я за тобой еду. Веди меня. Там вот какой-то прострел есть. Сейчас я как сунусь туда, как получу. Тут стреляет. Я думаю, что я не могу стрелять? Вижу за танк, это кажется свой. Я уже полностью на солнце сгорела. Что-то как-то убивают нас. Я тогда выхожу. Ну, баски вообще не могу. Ой, Нин, я опять тебя прослушала, потому что я говорила в этот момент. Я говорю, я вышла из ввода, освободила место Инны. Да-да-да, хорошо. Не вылазь. Да я так как-то вылазь неправильно, надо это, бортом. Ну не так, Оль. Сводишься, сводишься, не попадаешь. Не сводишься, не попадаешь. Надо вообще на арте играть. Не. У нас сейчас артовый Зенька съест. И никто не поможет. Чё, давай какой-нибудь типичный врыв сделаем куда-нибудь. А то, мне кажется, уж все потеряно. О, 120, 112. Нечастый гость в рандоме. Ух, быстро выстрелил. А, что, пушка тигра не пробивает Е-75 в НЛД? Я что-то даже не в курсе была. Угу. Вроде бы не самая плохая пушка. Но она меня как-то неприятно удивляет. Предупреждение надо было еще взять. Она меня видела все это время? Стреляла. Кажется, нам надо вернуться на базу. Оль, лучше не лезь. Там две арты кадешнулось. Конечно. Оттянемся к 32-ке? Попами толкаясь. Да я дойду. Пробила. КВ 13 противник. Да. У меня палец дрогнул, простите. Так, у нас С8 был где-то сзади, он что, не хочет на нас выезжать? Поехали, поехали отсюда, пока мы с ней выехал. Да, я боюсь, он сейчас как раз и выйдет. Да, давай, 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 текаем, текаем на базу. Понять могу, у нас что, не было ни СТ, ни ЛТ, которые могли бы до арты добраться? Я думаю, мы вчетвером задавим уже С8-го, это свершится. Так что давай быстренько.
Ну, я так медленно еду. Ужас. Здравствуй, Анакин. Анекдоты, блин. О том, как я не могу пробить танки. Второй сервер у нас. Так, ну что, какие и будут идеи? Жопа. А, теперь я предлагаю поджаться под дом какой-нибудь, потому что под артой стоять вообще очень не хочется. Может, я отвлеку, а ты заедешь в попу? Да, еще понять, где тут попа, а то сунется куда-нибудь. Господи, ты его описал, как будто бы он черепаха. Я просто очень боюсь, на самом деле, арты. Давай, заедь ему в попу. Я не пробиваю. Так, аккуратно, арта. Сколько кадешнулось? Две? Ну, до этого мне два раза бачатик, и сейчас пантера. Так, ну что, надо ее искать или... Второй сервер, Леонид, я сказала. Или же... А давай после водички пройдемся. Танем на захват. Я пройду с возле водички, давай ты где-нибудь подальше. 5 минут. Она может вполне и на АК-1-2 там стоять. Или убегать. Подожди меня. Или они задумали, что одна будет светить, а другие стрелять. Как вариант. Главное, ничего не ломать. Это да. Хотя, если они простреливали город, то, наверное, они будут на аллее. Как бы они первыми не встали на захват-то. У меня, кстати, 1000 урона всего лишь. А такое ощущение, что я тут полкоманды убила. Опа. А, за нами уже выехали. На нас уже смотрят. Виляй, виляй попой. От бедра. Так, что, захват, нет? Оля, ты уверена в наших силах, нет? Да. Ой-ой-ой, времени хватит. Может, надо было на захват? Может, ты встанешь на захват? А то проиграем, как, ну, да вообще. Ладно, ну, ну, ну. Ты, Тынка. Давай ты ближе к городу будешь проезжать, а я немного вон туда прям. Я хочу в тот уголочек, а когда на арте играю, я становлюсь в тот уголочек. Но у меня обзор лучше, поэтому я думаю, я сумею засветить его. Да, но все кричат на захват.
давай, может, успеем на захват еще, если ее здесь не будет. Потому что, ну, правда, она могла убежать уже очень далеко. Ты что, не вздумай умереть? Он очень рандомно выстрелил. Единственное, если только сейчас ФВХ меня убьет. Ну да. И понять, откуда она все-таки выстрелила еще. Ой, надо было захватывать. Он сейчас может уже откадышиться. Ольчик, давай. Ну, ФВ точно кадай, так что ты быстрее тогда уже... Блин. Может, захват? Нет, не успеешь. Блин, как быстро она перезарядилась-то. Блин, а у меня нету этого вот... Вот этого вот ремкомплекта уже. И ремонт не прокачан, наверное, да? Нету, нету. Лорети, пока что никак нельзя попасть с нами. Эх, как плохо-то получилось-то. Жадность сгубила. Но мы же девушки, чё? Девушки жадные вот это играли. Да-да-да. Да-да-да. Напиши в наш чат, иди в баню. User joined your channel. Ну, она, скорее всего, к нашей базе туда уже приехала. Я даже слить не успею. А надо было сразу полный вперед, я думаю. После того, как тебя гусеницу сбили. Не, бой закончился. Да, не факт, конечно, чтобы нас на захвате не убили. Одна же арта могла, она могла оказаться умной. И ну, одна подсвечивать, другая стрелять. Ну да, я только когда на арте играла, то что так делала. Но гад. Так, надо пригласить Инну. Присоединились к взводу. Какой уровень?